На улице Курчатова сегодня коммунальщики откачивали воду из забитой ливневой канализации прямо на дорогу. Это заметили красноярцы. Больше всего людей возмутило, что все это происходит возле подстанции скорой помощи в районе БСМП. И вся грязь текла прямо под ноги работникам неотложки. Она текет и текет. Вот туда съездите, посмотрите, там, как она там текет. Там вот дальше промыло все. Только посадили травки, чернозем насыпали. Как рассказали в департаменте горхозяйства, ливневка переполнилась после большого ливня. Воду там откачивают уже сутки, но она не уходит. По какой причине, непонятно, поэтому и пригнали мотопомпу. Другого выхода, кроме как слить воду рядом, сейчас просто нет. Здесь пробегает ручей. Образовался насос, сверху все это тоже встало. То есть ручей, в смысле, какой-то естественный или подземный, в смысле, в колекторе? Подземный, он вот здесь.